котики, и это новый влог, в котором я иду до дорожки. С утра позавтракала. У нас были панкейки банановые. Я снимала чуть-чуть. Вот. Также я варила борщ, еще у нас есть. Поэтому еды хватает. Еще у нас салатик шуба я готовила. Короче, я специально несколько блюд приготовила, чтобы спокойно сегодня идти на дорожке. У нас время 2:30, и я только-только начала топать. Соответственно, идти буду я, как обычно, 4 часа до 6:30. Затем планирую вымыть голову. Сейчас пока сделала пучок, чтобы мне было полегче идти. Включила кондиционер, потому что если я открою окна, на улице достаточно тепло, и мне будет жарко идти. Поэтому я включила кондиционер на 16 градусов. Вот. Что прикольно зимой, конечно, в ходьбе на дорожке, так это то, что можно открыть окна. Если за окном прохладно, то идти намного проще. Все равно кондиционер, конечно, охлаждает, но такого эффекта не дает. Свежего воздуха и прохлады. Но работаем с тем, что есть. Вот, в любом случае с кондиционером топать однозначно проще. Вот еще что я сейчас покажу. Блин, я придерживаюсь обычно, когда разговариваю, болтаю с вами, чтобы удержаться на дорожке. Сняла маникюр, точнее покрытие гель-лак, и сделала маникюр. Аппаратный я делаю вместе с обрезным, ну, в сочетании. Вот, то есть теперь рука устала, поменяю руку. Поставлю вас на другую сторону, на другую руку. Вот. Думала сразу и покрыть, потом решила все-таки, пока день, сил больше энергии, я пойду на дорожке. А потом уже дойду, искупаюсь, вымою голову и спокойненько сяду делать маникюр. Еще также я... Это покрытие просто уже мешалось мне. От огорода оно просто уничтожилось. Все отпадало уже. Ну, я, по-моему, показывала в предыдущих влогах, что уже пора делать новый маникюр было. Так и вот, я еще хочу и педикюр тоже сделать одновременно, то что подошло все-таки время для педикюра. Вот, поэтому я, наверное, сниму покрытие и на ногах, и покрою сразу и руки, и ноги. Ну, это когда дойду. Посмотрим, что я успею еще сегодня. Но вообще я планирую это сегодня сделать. Вот, блин, этой рукой не так удобно. Я вот левой рукой держусь, а правой держу телефон. И так иду как-то аккуратно. На дорожке отвлекаться не стоит. Иду я достаточно быстро, поэтому вот надо аккуратненько, аккуратненько себя вести. Вот, в общем, всем желаю прекраснейшего дня, великолепного настроения. Сегодня однозначно в любом случае домашний денек. Вот, сделаем сегодня какую-нибудь масочку с вами. Вот, ну и поухаживаем за ноготочками. Пока что план такой. Вот, так что увидимся, когда я уже дотопаю. Не буду вас долго мучить своей болтовней. Так что все. Пожелайте мне хорошего пути. А еще продолжаю смотреть сериал «Полдарк». Он очень интересный. Уже 4-й сезон смотрю. Прям крутой сериал. Классный. Ну, не болтать не получится. Слушайте, я что вспомнила? Муж-то у меня сегодня поехал и делает свои дела, но при этом он еще хочет успеть сегодня... Ну, вернее, он уже, наверное, это сделал. Блин, сейчас. Все никак. Я не могу взяться, чтобы было удобно. Короче, он поехал, мы позавтракали, и он поехал в дом, чтобы там нанести слой шпаклевки. Вот. То, что мы штукатурили, уже высохло, кстати говоря, и теперь можно шпаклевать. Высохло быстро, я думаю, потому что, ну, все это очень условно, то, что мы читали, сколько будет сохнуть, хотя бы... Ну, там написано было неделя, но, видите, меньше времени прошло и уже высохло.
Я думаю, это связано с тем, что в доме очень низкая уже влажность. Ну как, нормальная, как должна быть, 40%. А изначально, когда, например, нам шпаклевка, я их путаю. Ну вы поняли, вот это вот серое, это, короче, шпаклевка, да. Вот, когда нам шпаклевали в ванной перед тем, как делать плитку, там была влажность в доме после зимы, поскольку он строился поздней осенью, и зиму стоял холодный. То есть получается, что... Так, я меняю руку, блин, рука затекает. Получается, что была влажность около 80%, а то и 90%, когда мы начинали ремонт в марте. Вот, ну, в марте, в апреле, там ближе к апрелю было дело. И, соответственно, еще было очень-очень влажно. То есть, когда нам делали, ну, это уже был, наверное, май, когда нам делали именно ванну, или конец апреля, что в этом роде, влажность уже была чуть пониже, около 80-70%, но сохло все очень долго. Сейчас за лето дом просох, и, соответственно, сохнет все намного быстрее. Вот, в общем, на высохшую шпаклевку сверху нужен слой штукатурки, потом он высохнет, но он очень быстро высохнет, я думаю, за день. Потом его нужно будет зашкурить и загрунтовать, и посмотреть, если там все четенько, то можно будет весь дом грунтовать и красить. Если еще нужно будет, может быть, добавить чуть-чуть, очень тонкий, выровнять слой еще этой шпаклевки для того, чтобы идеально ровно было, поскольку у нас стены под покраску. Простите, что я вас туда-сюда, потому что я иду, и рука затекает, и даже чуть-чуть отдышка от того, что я иду и разговариваю. Вот. Но зато сейчас время выдалось с вами поболтать, и я решила все это рассказать. Так что вот. Кстати, я забыла во влог вставить эту съемку, как муж там устанавливал нашу новую морозилку. Поэтому я все равно сейчас ее вставлю, потому что мне жалко просто этот момент вот так взять и никуда не ставить. А влог, где морозилка, я уже, ну, он уже вышел, можете посмотреть. Там выбирали морозилку, потом ее устанавливали. Вот, но я сейчас пока иду, вставлю вам этот кусочек. Знаменательный момент, у нас появилась морозилка, это классно. Вот, и завтра я тоже поеду в дом. Посмотрим завтра, что там да как со стеной, покажу вам все. Вот, у меня тоже есть дела в огороде. Вот, и также я повезу заморозку из квартиры в дом. Будем перевозить все, что подготовлено на зиму. Освобождать здесь холодильник. Здесь она уже не нужна, и плюс при переезде будет удобнее, если морозилка будет свободна. И еще я собираюсь, ну, еще кое-что морозить, и удобнее было бы, если бы я могла это делать час в квартире, обрабатывать, замораживать и везти туда. Короче, освобождаем морозилочку. Очень приятные ощущения, когда уже все как бы на подходе, вот, и близится переезд, и уже аж не верится, если честно, что это происходит, но да, наконец-то. Все, я буду топать. Теперь я высказалась. Котики, я к вам вернулась. У нас время уже 7 часов. Я дошла на дорожке. Вот. Кстати, в этот раз я пошла раньше, чем обычно, потому что просто у меня сегодня появилось свободное время, свободный день, и я решила пройтись. Вот. Что делаю? Наношу вот такую масочку. Что-то я их больше не встречаю в фикс-прайсе, но она такая классная, вообще супер маска. А еще понимаю, что я сейчас сяду, сделаю педикюр, сниму покрытие гель-лака, но я сегодня не буду покрывать уже ни руки, ни ноги, потому что я устала. Это у меня такое распространенное явление. Я перед тренировкой строю столько планов о том, что я сделаю, но потом понимаю, что просто у меня уже на это нет ни сил, ни желания. Ну, знаете, в принципе,
я спокойно это все могу доделать и завтра, не вижу смысла делать что-то не в кайф. Я всегда, ну, я люблю за собой вообще ухаживать, люблю этот маникюрчик себе делать, новенький педикюрчик, вот, поэтому я спокойно завтра этим займусь. Это я наношу пенка, скраб, маска, там что-то там 5 в одном еще, не знаю, что еще, но я вот иногда умываюсь просто как пенкой, иногда пользую как скраб, потому что есть частички, а иногда как маску. Если как маску, получается 3 в одном. Сначала я подержу минут 5-10, потом еще так помассирую как скраб, и потом умоюсь как пенкой. Соответственно, после того, как я насквозь просто вся вспотела, я, конечно, хочу и за лицом поухаживать. Я умылась, вымыла голову, и вот теперь еще сейчас смою масочку, нанесу вечерний уход. О, какой же кайф! Вот знаете, такая дилемма у меня. С одной стороны, утром идти проще. Вот однозначно, утром проще идти. Ну, физически даже, как-то сил больше. С другой стороны, потом весь день ты усталый. И как-то получается, что вроде бы утром и проще до завтрака пройти, на голодный желудок такой бодрячком, оп-оп, и протопал. С другой стороны, получается, что я утром искупалась, прошла на дорожке, надо опять купаться, потом вечером опять купаться. Короче, какая-то бесконечная, получается, банные процедуры из-за того, что шла на дорожке. И в этом плане, конечно, идти вот так, начинать в обед и идти вечером очень удобно. Поэтому, когда у меня есть свободное время, я иду не утром, а вечером. Все чаще замечаю, что я выбираю все-таки вечером идти, потому что я потом сразу искупалась, вымыла голову, нанесла свой уход и кайфую, и уже отдыхаю. Поэтому и спится хорошо. Поэтому тут такой по настроению. Бывает до утром, бывает вечером. Вот. Когда вы проводите тренировки? Очень интересно узнать, по утрам или по вечерам. Хотя я вообще сама по себе жаворонок. Не знаю почему. Может быть, от времени, от сезона зависит. Вот я одно время все время утром занималась, и было классно. А сейчас что-то вечером понравилось. Такие дела. Все, держу масочку, потом смываю, наношу уход, и пойдемте делать педикюрчик. Продолжаю смотреть Полдарк. И набрала себе ванночку для ног. Кстати, закончилась, надо новую купить. Сейчас попарюсь, сделаю педикюрчик. Ну, в смысле, да, сниму гель-лак и сделаю педикюр аппаратный, обрезной, комбинированный, короче. Вот. Такой план у меня на этот вечерок. Уже скоро, кстати, муж приедет. А еще я поняла, что я не могу определиться, какое покрытие мне сделать. То ли супер яркое, то ли наоборот какой-нибудь супер спокойный нюд. Вот. Хотя я собиралась сделать яркие, ну, яркие в этот раз ноготочки, но не знаю. Теперь я сомневаюсь, надо до завтра точно подумать об этом. В общем, у нас уже вечер. Вот, мы еще телек успели посмотреть. Я прям оставила все свои вот эти вот вещи. Короче, завтра с утра сделаю я и покрытие и на ногах, и на руках. Я сделала педикюрчик. Вот. В принципе, само покрытие это достаточно быстро. Высушила волосы, чтобы не ложиться с мокрой головой. Но они так чуть еще влажненькие, но нормально, уже можно отдыхать. Так что всем желаю прекрасного дня, отличного настроения. Спасибо, что посмотрели этот влог. И увидимся с вами завтра. Всем пока-пока!